Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже, в этом мире доброта. Всем привет! Не так давно я показывала, как я пересаживаю свои котлы. И среди них была вот эта Таида Свон. Она ко мне пришла с бутончиками, с двумя. И вот буквально 3 дня назад она открыла цветочки. И я все ждала-ждала. Думала, цветочек станет побольше, чтобы поинтереснее было показать вам. Но времени, скорее всего, нет. Не стоит мне ждать. Так как вот вчера вот этот вот лепесточек, он был вот так. Но сейчас зима, плюс была пересадка. Она сидела в мхе, я ее посадила в кору. Круто вообще, что она распустилась. И так быстро, не нужно было ждать. Вот видите, чуть-чуть у нее были бутончики повреждены. И вот пятнышки на верхнем, там где-то. Вот. Ну ничего страшного, ей вообще это не помешало. Вот такая красавица. У нее большие-большие цветы. Прям настоящая лебедь. Чуть-чуть пахнет, но пока не открыла свой аромат. Думаю, рано еще. Вот такая. Огромные цветы, это так эффектно смотрится, очень красиво. Прям сразу, знаете, кидается в глаза цветок. За это я хочу поблагодарить группу ВКонтакте Happy Orchid. Спасибо большое, Лилечка, за такие прекрасные цветы, за такую радость. Для меня это радость вот именно, что хоп, купила, хоп, она зацвела. Это так круто, это, ну, не нужно ждать. Супер, спасибо большое. Ссылочку на группу Happy Orchid я оставлю под этим видео. Действительно, группа крутая, супер, мне очень нравится. Спасибо еще раз большое-большое за такую красоту. Я не знаю, передает ли камера, но она очень-очень красивая. Она яркая прям и бархатная. Губа вообще... Ну, не знаю, вот я на нее смотрю не через камеру, и настолько у нее красивая губа, фиолетовая или бордовая, я не знаю, и желтая серединка, но она огромная. Вот такая девочка. Вот так смотрится. Вот памела тоже так же, только у памелы, ну я не, сейчас зима, понимаете, и они все равно большим размером не расцветут, тем более смена обстановки для них. Но я очень рада. Happy Orchid, большое спасибо. Наконец-то я нашла группу, которая дарит такую радость, а не расстройство. Мне прям хочется, знаете, вам каждому взять и по цветочку подарить, оторвать и подарить, чтобы, знаете, вот вы увидели своими глазами эту красоту. Прям давайте я вам в камеру засуну, прям вот я вам всем дарю. Для вас всех, мои любимые. Просто цветы огромные. Ну и чтобы 2 видео не делать, я вам покажу еще свою красотку. Но вы ее все знаете. Вот она. До сих пор цветет.
получается уже больше месяца. И ароматная, ароматная просто. У нее было два чехла, вот один чехол процвел. Где-то бутончики завяли неделю назад. Я хотела снять видео, и они у меня опали, не стала снимать. Решила, когда вот лебедь расцветет, тогда и ее покажу. И вот она до сих пор вот такая. Но цветочки, смотрите, вот сейчас я постараюсь. Видите, насколько... Так, как же вам поставить? Ну, вот так. Видите? Горшочки стоят наравне. Какое отличие? Всем пока! Это не реклама Вискаса. Это у меня кот Обормот. Спрячу. Поезд... И вот эти пачки достают с мусора и начинают их гонять по всему залу. Просит еще. Ладно. Вот, красотки. Всем спасибо. Пока-пока. До скорых встреч.